каждый год в любых школах нашей страны. Ни для кого не секрет, что Кузьма был для нас примером, в том числе и для меня. Именно благодаря нему я в свое время стал заниматься музыкой. Также по его примеру я стал и заниматься общественной деятельностью. И он всегда призывал нас создавать гражданское общество, создавать общество, которому не все равно. И этот концерт – это пример того, что ростки тех семян, которых он посадил, уже взошли. Дело в том, что сегодняшний концерт – это инициатива такой же школьницы, как и вы. Яны Наумович – это президент вашего школьного самоуправления, думаю, вы знаете об этом. И это круто. Это круто, потому что это пример того, что наше поколение сейчас уже переродилось. Это не то совковое поколение, которому нужно было давать пинков, чтобы они что-то сделали. Это пример того, что у нас люди готовы тратить свое время, свои силы на вещи, которые, в принципе, для них лично не принесут никакой выгоды. Спасибо вам за это. И, конечно, круто то, что дирекция вашей школы поддержала эту инициативу, не отмахнулась от такой идеи, как обычно бывает у нас в школах, как я помню по своему опыту, как это было, когда какая-то девочка-идеалистка, например, приходит и говорит, я хочу что-то сделать, и говорят, так гуляй отсюда, что тебе? Круто, что дирекция поддержала это, и вы сейчас проводите этот концерт. Спасибо вам большое.